Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Добиралась она сюда около месяца. Стоимость оценена в 9,99. Это мягкие игрушки. Здесь должен быть один миньон. И две игрушки игры «Растения против зомби». Сейчас аккуратно распечатаем и посмотрим. Как раз вовремя к Новому году подарок ребенку на Новый год. Итак, вот они, наши игрушки. Вот такой вот зомби. Стоимость этого зомби 5,23. Вот такой вот горох. Стоимость его $2.76. Качество хорошее, без запаха. И вот такой вот миньон. Также все прошито вроде. Здесь липучка. Миньон это $5.94. Вот такие вот три игрушки. Ребенку к Новому году. Ссылка будет в описании, кому интересно, заказываем. Качество достойное. Цена тоже приемлемая, тем более, что такие просто не купишь у нас. На этом все, всем спасибо, пока.